Там приехали забирать Палахитима. Кого? Там горел, и там стоит в эти Сикима. Приехали краном там на машину. Мордуется, и сейчас ничего не получается. Спадая, взлетая, соскакивая. Да я что-то там и не видел танка. Его вот осенью уже подогнали. Не тогда, как война была. Его потом притянуло. Может, в октябре, может, в ноябре, я даже не знаю, так вот. А может, даже в начале декабря, но снегу не было вообще. Вчера Бобик проехал по этому, по хутору военный. Проконтролировал туда-сюда. Сейчас тоже Бобик стоял возле их. Хлопці ходили якісь там крути. Тут в цьому, в крайній хаті були вовки. То вовки треба було тут стати з чашкою по ходу, щоб дітям йти туди. Коло трактора постав би, вдає так. Нічого, хай пройдеться. Що то мій самий перший. Думаєш, вони почувствують. Що почувствує? Що далеко ходили? Да. Ага. З автобуса вийшов. Я пішком не пойду, ти без санок прийшла, у мене ноги болять, я не пойду пішком. Ти. Тут Катька що-то його завела. Так він як учесав паперу. Кажи, ноги не болять. Як я тобі кажу, санки потягну, дорожка заяча. Це ще йшла утром. Да, підожди, а там це Лубяний раз. Ну, Людка, я. Людка. Сіким. Ти. Відька. Ну. Ну, Колька ж, мабуть, з Олікою, з Танькою. І Катька ж, Чирайка пускає кенеха. Це дуже нормально. Ну, а чого? Правда, широко шагать. А чого ж вони до Сашка не заходять? А туди чого ви не заходите? До Сашка чого не заходите? Ну? У мене нема нікого. Хто там такий? А чого ж ви туди не заходите? А у нього нету! Як нету? А ви кричали? Ідіть покричіть! Так може він вдома? О, біжить, біжить, біжить. Тетяна, біжить. Ну так, може, і Сашка там вдома. А ти сопровождаючий? Ну, интересно. Своих немає, хоть на чужих гляну. Да. А ты что делаешь? Фотографируешь? Да. Да, страхаю, фотографирую. Так не закрывай тоді екран. Там никакая разница. Не закрывай экран. Ты фотографировал, когда я давала? Нет. Кому, Ивану? Ивану уже старый давать. Ты ж не рукала, как давала. А ты дай. Ой, пана, иди. Дороги нет. Почему не почистили дорожку? Сумку положи. Да выкинь ты эту сумку, что ты ее носишь. Иди, вон тетя пришла. Так быстрее. Быстрее. Догоняй. Она спешила, наверное, быстрее. Да, быстрее. Она с работы. Ага. Так, Саня, туда пишу. Куда? Туда пишу. Я бачу. Куда? Ну, куда? Ну, никогда не туда. Вот так, наверное. Ну, музыка громко играла, наверное, это. Так, тебе еще не ходили? Музыка играла, они еще, наверное, не начинали ходить, да? А? Музыка играла, еще, наверное, не начинали ходить. Не, музыка играла сегодня с утра. До обеда, по-моему, да? А я до обеда и не хотела. Раз музыка, значит, Татьяна не дома.
я чула, Ростик, когда я не привела, это там, ну, ты дограла. Приглашу Юрию. Да, это сколько мы нашли там, 5, да? 5 дворов.